Всем доброй ночи. Натурные съемки сейчас нет возможности делать. Нашему Сатошеньке сделали небольшую операцию. Вот он в своем куполе лежит, как папа сам о себе думает, на папином диване. Но, скорее всего, это не папин диван, а Татошин. Вот. Это лохматая мордочка. Гуляем мы, конечно, без купола. А купол придется еще носить дома. На всякий случай. Ну-ка. Спят эти глаза? Спят уже. Храпят. Носики, барбосики сопят. Папа не будет Татошу отвлекать. Папе здесь еще есть немножко места. Хотя на папиной подушке лежит эта могучая лапка. Так что всем приятных слов, снов. Спокойной ночи. От папы это тоже. Всем пока.